будет дома отдыхать с нами, учиться дальше, задания домашние делать. Так они все равно сидят, что-то все учат и учат. Да. Она же собирается поступать, так что им надо теперь сейчас готовиться уже. Он уедет к бабушке отдыхать, с друзьями общаться. Гулять можно. Погода обещает хорошую в течение недели. Да, ну, можно до леса нашего дойти, до лесопарка. Ну, как бы погулять на природе, пока погода еще нормальная. Мальчикам играть в футбол. Да. Заниматься спортом. Все правильно. Девочкам в куличике. Висеть на турниках. Да. А девочкам можно сидеть дома с мамой, печь пироги. Торты, пирожки, печенье. Ну, не всякий ребенок может один дома остаться. Я думаю, что ребенка младшего школьного возраста вообще неправильно дома одного оставлять. Еще неизвестно, что ему вообще в голову придет. Поэтому, наверное, такому ребенку нужна хорошая няня.